Ну и еще сразу, короче, включение. Я действительно проверил еще один свой кошелек. И так как я пользовался OneInch, мне начислили токенов. И начислили токенов дохуа. Значит, у вас вот написано You have 645 токенов OneInch. Это как бы прикольно. Я законнектил свой кошелек, закрываем эту штуку. Я послушал людей, которые, скажем так, сказали умные вещи на трансляции, что вроде бы там начисляют. Вот у меня 646 токенов мне начислили сегодня. 646 токенов по курсу 2,49. Это, ну, сами считаете, почти двухазелени. Это как бы очень приятно. OneInch тоже нас порадовал. Я думаю, что у Славы тоже есть такой кошелек, на котором он делал транзакции с фанчом. Я еще попроверяю все остальные, но у меня просто именно на этом кошельке было много транзакций именно на OneInch. И я могу их заклеймить. Вот, пожалуйста, я могу нажать кнопку Claim. У меня на этом кошельке, по-моему, немного эфира, но, видимо, хватит. Сейчас бам, подпишем транзакцию. Посмотрим, что тут нам напишут. Меньше 45 секунд, и, скорее всего, сейчас нам начислят токены Юни. Точнее, не Юни, а OneInch. Вот так это легко происходит. То есть, еще раз, вы, ребята, должны проверить ваши кошельки, на которых вам, собственно говоря, вы производили какие-то обмены на Uniswap, на OneInch, точнее, извиняюсь. И проверить все эти кошельки, потому что токены могут начислить, и это сейчас стоит какие-то деньги. Где эта транзакция? Это не то. Да куда же она убежала-то, эта транзакция? Вот она. Все, пишет success. 4 доллара 64 цента я заплатил за то, чтобы мне начислили 645 токенов Юни. 645 умножить на 2,5, это как бы приятно. Это там 1500 долларов на данный момент, 1601 доллар. Приятный бонус к Новому году от OneInch. Поэтому этот видос я тоже загружу отдельно. Значит, будет инструкция, гайд, как заклеймить токены OneInch. Поэтому проверяйте все свои кошельки. Вот такой вот приятный бонус. Еще раз, заходите на OneInch, подключаете свой кошелечек. Появляется здесь окошко. Оп, проверяете и клеймите. Вот если мы нажмем чек, все, я уже заклеймил, 0 available. Вот, пожалуйста, они мне пришли. 1601 доллар. Вот так вот все просто. Все, ребят, я заканчиваю. Спасибо. Приятный, очень приятный вообще бонус утренний. Офигенный. Я кайфанул. Все. Давайте, удачи.